Полевая вроде 1-1-2, если я не ошибаюсь. Так, все. Все. Сейчас уже будет нормальный свет? Хотя он не был будет, на... Не, на будет, пос... не, не будет будет света. Или нужен, или нужен, подожди. Ну вообще, если хочешь, типа я готов откидать. А что там будет стоять? Там стоять-то некому. Ну, ИСУ какая-нибудь. СТХи, СТХи по-любому будут стоять. Если нас сюда поедут. Но я не так пересвечиваю, все-таки маскировка на ходу решается. Я не буду пересвечивать, не, не надо. Рискованно. Поехали справа. Понял, поехали. Даже лыбу давит, ожил. Ну а чё, блин, конечно так. Навпитывался, как губка говна повпитывала. Сколько у меня боев было, да, конченых? Вот вообще за последний там час. Ну вот прям то же самое у меня было вообще. Прям один в один. Самое обидное, что когда у тебя есть даже там план какой-то, привет, Даша, все прям не работает. Вот это прям хреново. Ну ладно. Такие бои, вот реально, я тебе говорю, все перекрывают, вот такие бои нормальные. Было реально 70,5%, сейчас уже 75,5%. Два боя прошло, как бы. Он да, Яга. Ну, слушай, в итоге, да. Попробую откидать. Я попробую заезд подсветить к нашему флангу. Может быть, челы там сумашка отсумашит их. О, Самуа, брат. Накинь по-братски. А, я... А, нихера! Как? Что с тобой произошло? Минус лицо. А я даже не знаю, куда Исушка меня пробила. Блин, ну... Но это очень решает. Жестко от Исухи было сейчас. Не, забей это просто. Должен быть такой бой после предыдущего. Я тебе так скажу, я потом смотрю оппозицию Исушки, я не вижу как бы в снайперском. Я не понимаю, откуда она мне дала. Может, она вот здесь в поле стоит, типа. Ну, это единственный варик. Может, она в пушку меня пробила. Тут уже не я поймешь. Не понимаю. Арта жестко по нам тут дубасит. И она, походу, стоковая. Слишком она быстро зарядилась. Слушай, у нас база пригорает. Да. И вообще у нас бой пригорает жестко. Охренеть. Не, чудо катка в реально уравниловку пошла в дело. Катуля просто космос. Я не вижу, короче. На... А, я знаю, куда меня пробила Исушка. Снизу вверх над гусеничное уширение в верхней части борта. Нет. Причем она это сделала за полсекунды. Скорость ее реакции составила где-то полсекунды. Там просто плюнуло все. Ну да, да. Просто борт зеленый весь был за счет калибра лютого. Ой, он меня выходит. Ну, за счет того, что снизу вверх. Повезло. А я стою, ищу дырочку, думаю, ну где моя дырочка, блин? А ее нет. Она там, где ее не могло быть. Что я, наверное, зря так еду, да? Но я хочу очень сильно... Это ой, КД, как этому да? Защитнику не везет, да. Да, КД. Потохнул, но почему Эмилёк не смог поехать убить? Исушка была здесь, если что. Принял. Могла переехать, безусловно, но... Что я что-то так хочу? Слушай... Счастье, как я врубил. Есть этот. Чем? Охренеть. У меня зато залетело. Есть вероятность, что здесь танк. Со 101 там. Да, да, только да. Что Эмиль проверил. Да, 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 я уже говорю. О, слева, 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 слева. Я капец, на английском начал разговаривать. Слева? Это свой английский, да? Слева. Давай ФВ-ку, наверное. Автоприцел наш друг. Я не знаю, какой это английский... Я со своего английского сваливал через окно.
не шутка. From window? Это не шутка, реально. Урок был последний, этаж первый. Так что всем до свидания, молодежь. Слушай, Эмилёк, Эмилёчень поехал. А он хорошо, кстати, делает. Я что-то чувствую, что за это я просто от иссушки сдохну, когда захочу его разменять. Ну, Эмиль, ну не так же, блядь. Я это видел и просто понимаю, что он на нас смотрит, а вперед едет. И он бортом башни по итогу. Капец. Так хочется посветить. Слушай, я, наверное, поеду. Вот сюда вот полетишь? О, круга. Не, нифига. Все главное. Блин. Получается гениально. Так, ну, слушай, у нас поедет? Стерва стоит в поле. Это значит, она покажет рыгу рано или поздно. Рекомендую тебе ее зацелить. Окей. Рыга скоро выйдет. Ну, просто смотри, стерва-то нормально стоит. Она в рельефе каком-то. Возможно, там уже два танка. Потому что... Вот так. Не, что-то там кто-то прям... Валится, да. Кинем или не хочешь? Не, я не готов рисковать не сейчас. Готов. Но почему не стреляет рыга? Алло. Дэмэдж дилер, братан. Мне кажется, она ждет, пока вот сюда подъедет танк. Наша стерва просто в этом. В кусте. Она все дерево повалила и стоит, светит. Поэтому она не светится. А, все. Свершилось. У меня есть одна дерьмина в голове. Я вот сюда знаю. Вот? Ой. Дерьмина, привет. А, я не попал. Блять, я два раза не пробил, сука. Альфа не прошла, каждая тут тычка без альфы. Тут хотя бы я не сдох, хотя бы меня это уже... А, надо тащить эту каточку. Надо попробовать как-то на подкате. Не знаю, может поехать все-таки наверх, попробовать рискнуть. Хорош. Заберу его нахуй. Отлично. Пошел нахуй. Офигеть. Ну, 101 там же, я слышал. Да, да, да. Она не попала, но она пыталась. Видимо, у нее все-таки отключена суперотрисовка. И она не поняла, что я делаю. Ну, это хотя бы дало нам шанс, я думаю. Это хотя бы дает какой-то шанс, правильно? Mm-hmm. Слушай, а может перепушить рогу? Нет такого желания? У меня никакого желания. Я понял, сейчас. Все, я понял. Я вот сейчас готов, в принципе, побландить. О, слушай, кто-то бландит из наших. Может, сейчас... ты прога в ответ начнет стрелять? Я вот про что. Это стерва кидает. Стерва? Угу. А почему она не светится, блять? Без понятия. Походу, там никого и нет. А, знай чуть пиксель. Хочу наверх выглянуть, посмотреть. Не, ни хрена. Хотя бы на лампу чекну. Я не свечусь вообще. Может, барабаны скинем? А, найс, я даже не могу попасть. Я понял. А ты туда прям кидаешь? А, ну, я не думаю, что это... Что она прям в дерево в это станется. Может, там же вот сюда упороть? Я, допустим, поеду, сейчас добью ягу, потом высвечу. Если так, то я. Но там и сушка, ты же пойми, что это смерть для любого из нас. Блин. Блять. Я вовремя решил просто подвинуться. Давай, чё ты, блядь, шалопандра? А вон и рыжка. Но. Слушай, я как-то... А, это меня так... СТА меня так чекнуло сильно, нифига себе. Ну, кстати, я 99% уже вернул. Ну, блин, чел, ну давай, чё ты как этот, блин? О, вовремя. Я в КД уйду, одну потерял. На всякий случай. Да, тут еще. Сушка там же. Да.
Так, слушай, есть дебил идея. По воде? Просто выйти и стажку сбрить. Но стерва заберет. Но, по крайней мере, через внешку у нас есть шанс. У нас, в принципе, вся инфа есть. Ну, и сушка могла переехать, в этом проблема. Могла. Она может быть там на базе, типа, на нашей. Я думаю, надо рисковать. Выходим сейчас и просто амоним долбоеба. С каточком. Под что, типа, снарядов меняешь, не стрелял? А, Исушка там же, Исушка там же. Отлично. Все, найс, Артур разрядил. Исушка там же, все, доигрывать можно. Чинись, говно. Так, ты хочешь поехать светить СУ-101 или нет? Я хочу объехать сюда и сюда. Ну, пробуй. Окей, я подожду. Можешь просто подожди, пожалуйста. Ну, реально, хороший бой, есть шанс сделать, прям классный. Угу. Тебе бы пантеру просто забрать, остальные, я думаю, что они отставшие немножечко, с учетом того, что в одной позиции весь бой стоит. Так, Артём, иди на другие каналы. Удачи тебе по жизни, всего хорошего. Я думаю, может за Артой вообще вначале катнуть. Или херня. Блин, короче, что думаешь, по воде поехать, наверное, лучше всего? Ну, самое быстрое, как ты можешь набрать сумарку, это, конечно, по воде сейчас. Ну да, я заодно и это, и то могу чекнуть. И из кустов меня не пересветят, по идее. Пантеру не вижу. О, сушка. О, я понял. Винец, тайминг. Он забирает это говно. Хотя, атака, если да. Ты можешь ее забрать, я уже скоро буду ее простреливать. Ну, пробуй. Давай я откадешь пока, буду ждать от тебя Ису. Пантер вот тут. Сейчас тогда засейвлюсь от пантерки и поеду по низине врываться на Исушку. Давай. Именно через низину. Потому что борта не забрала. Найс. Хорошо. Ну, как бы с богом, да, получается? На смерть оно того стоит, нет? Да, думаю, да. Мне кажется, она не засветится. Да, она не может и не засветиться. Но она меня не светит, это уже добро. Все, я думаю, надо прям на смерть херачить, покуда прям до нее. А ее нет. Тя. Класс. Я могу через лево проехать. Ну, думаю, что стоит, да. Я вообще после шота не свечусь. Возможно, она в канаве в дупле справа, слышь, сидит. Я, наверное, буду этого больше ждать, чем... Короче, я могу подъехать вот сюда, вот, в принципе. Ты можешь ее засветить. Мы не успеваем. Ну, я просто рассчитывал на вот это, но этого не произошло, поэтому уже пофиг. Не, просто если ты упоришь, то я могу тебе вот по засвету вот отсюда накидать. Я боюсь вот, что вот здесь танки. Я сейчас... Ну, я про это и говорю, чтобы ты вот это засветил. Да, все, окей, да, и с этим я согласен. Но она не будет по тебе подставляться, зачем ей... Потому что она так глупо стоит, что... Ну, посмотрим. Ну, я думаю, что прям канава уже прям ей нормально придумана. Но вот здесь я не светился с крайних кустов. Именно с крайних. Могут быть в глубине. Там больше наш летит. Все, сейчас разрядится, я хотя бы 1000 дам. Тоже могу дать. Давай, делится. Все, добивай. Деленый, ну хрен с ним. Считай, 2 шота полноценных дал. Только. Может, еще арту успею, я погнал. Слушай, 6к опять. Кайф. Бои просто вот такие вот, блядь, развалы, мне нравятся жесткие прям. Ну еще видишь, что ты красава, что чуть не торопишься там. Танк, ну, я понимаю, когда не бой, то, блин, дерьмо, нормальный. А танк именно сложный, вот. Танк сложный очень. И отметка высокая на нем. Nobody. Так, ну теперь я, наверное, под зацелю, потому что так, не вижу. Могу добрать, в принципе. Вижу, ну, добирай. Пробую. Но я пробую, пиксель. Не попало, добирай, пофиг. Сейчас, секунду. Ай, блин, там видно было треть пушки, там над пушкой вот эту планку. Не попало, хрен с ним. Ты успел тоже, да, суммарки там сделать? Ну да. Офигенно. 600 урона. Охренеть, надали. Это лютый бой. И у меня пишет. Мы десятку сделали, наконец-то.
Даже больше. Офигенно. Потому что эта хрень может сбить сейчас с центра, я пойду ее контрить. Точно, кстати, ничего не поломано, да, его тут нет. Отлично, это гениальный бой. Ну офигенно вообще, еще и фрагов 10, слушай. Всю тиму положили. Шикарно. Так, ну блайнда у меня не было. Окей. У меня ни блайндов, ничего нет. У меня тоже, но все равно это шикарный бой. Угу. Почти двенашка на двоих. Охренеть. 1700 опыта, 1500 опыта. Люто. Жестко. Фрагов я нахавал. У меня пробитий больше по итогу, так-то и урона было бы. Прикинь, если бы я фраги не добирал, было бы там за 12 тысяч. Блин, ну такие бои прям одно удовольствие катать. Может, сделаем, так сказать, 5-минутную паузу интегрированную? Интеграции. Хорошо, да. Давай, давай, да. Сделаем.